Привет! Маленький обзор на спортклубы Спортлайф. Масло масляное. Так вот, сегодня я вам расскажу про спортклуб, который находится на Осокорках. Из плюсов удобный подъезд туда и личная парковка. Ты не ищешь, где кинуть машину. Это удобно, круто, классно. Сам по себе он новенький, хорошенький, красивенький, с неплохим ремонтом, он чистый, и это большой, огромный прям плюс. Вода в бассейне чистая, это классно. А температура воздуха в зале, где бассейн, прохладная, не такая ледяная, как в Дримтауне, и уж тем более не такая, как на Троещине, но прохладненько. Могло быть и теплее. Сама водичка в бассейне тоже прохладненькая, тоже, возможно, могла бы быть теплее. Ну, типа, такое, 25, по-моему, градусов она была. То есть, если сравнивать с Троещиной, то это прям жара. Если сравнивать с Дарницей, то это холодина. Вот так. Короче, среднячок, неплохо. Из минусов это внутри, пока тебе нужно найти бассейн, нужно спуститься по лестнице, подняться по лестнице, спуститься, подняться. Ну, короче, найти выход к этому бассейну, это неудобно. Это, в принципе, та же самая история, как и на Троещине. Куча всего нужно сделать, чтобы найти той бассейн, чтобы туда нырнуть. Дальше. Душ. Сам душ сам по себе, он чистый, было бы неплохо там повторно сделать ремонт, наверное, но он неплохой, нормальный, адекватный душ, есть где разместить вещи, там не надо нажимать на кнопочку, которая полминуты дает тебе воду, а потом опять нажимать на кнопочку, там обычный краник, который ты включаешь и себе приспокойненько моешься, поэтому для меня это плюс. По туалету плюс сразу, потому что он чистый, убранный, ароматизаторы стоят, все классно-классно. А если говорить про сам бассейн, он маленький, он на 4 дорожки и он короткий. Вот прям я заметила, сначала проплыла, думаю, что-то не так, что-то не то прям. И потом я выкупаюсь, и он реально меньше. Если стандартная длина дорожки 25 метров во всех остальных бассейнах, где я была, то здесь он меньше. Я не знаю, сколько там не написано, там и нету глубины, там не описывается, что где как. Это минус, потому что ты, может быть, не нежданчик. Ты плывешь, и бац, дна нету. Это нежданчик. Короче, он короткий. Не знаю, может быть, 20 метров точно нет. 15, 17, может быть, 17 метров. Ну, не знаю, в общем, как-то странно и нелогично. Обычно бассейны делаются по стандартным размерам. Здесь он маленький. Если вы хотите, как я, считать, сколько вы проплыли, вы там запутаетесь. Нужно ориентироваться по времени. Вот если я знаю, что я за полчаса столько-то проплываю, вот так я там ориентировалась, сколько я проплыла. Иначе я просто не смогла бы посчитать. Ну и, в принципе, это все, наверное, про спортклуб на Осокорках, потому что... А, забыла сказать, бахилы стоят при входе, то есть есть диванчик, где можно сесть и ходить, это удобно. А здесь сразу, да, ок, плюс. Буду ли я туда ходить? Или не буду я туда ходить? В принципе, у меня двоякая позиция. Нету такого, что точно как на Троещине и как в Дримтаун я точно не пойду. Или на Дарницу, да, классно, да, можно ходить. Вот точной позиции нету. Если больше нигде не будет света, а будет только там, я туда поеду. Почему бы и нет? Он неплохой, он нормальный. В принципе, потренироваться можно. Если у меня будет стоять выбор поехать на Дарницу или на Черниговскую, ну, я выберу Дарницу или Черниговскую. В общем, неплохой вариант. Но будьте внимательны и рассчитывайте. Если вам удобно маленький бассейн прохладный, тогда да. Если вы хотите прям, чтобы было тепло, светло. А, кстати, еще один из минусов, там темно. Там не светло, там в зале, где бассейн, там темновато. И вот, да, такое. Короче, 50 на 50, решать только вам.